the best breakfast. Вот это будет иногда мешать. Ну, а твои фавориты в этом месте вот такие очень жизненные, со звуком машин, чемоданов. Холодильник даже уже не слышно по сравнению с этим. Кстати, да. Ну, ты классно монтируешь, у тебя все получится. Спасибо. Итак, фавориты июля. Эта часть видео – это hashtag ad. Hashtag long time friends. But you still realize we're still working. Слать через Петербург, через Лондон, через сколько самолетов прошел этот пакет, чтобы я могла с вами поделиться новинками из Pi. Pi – бренд, с которым я работаю последние 4 года. Я хочу начать с очков, которые я носила последние 2 недели, наверное. Здесь написано «Thanks for everything, son». Коллекция «The Bolts», оправа «Plum» в цвете «Жираф». Это их самая популярная оправа. Она идеальная. Yellow. Bolt by Pi. Я очень хочу сделать свои тряпочки для Pi, но мне кажется, мне не разрешат. Вы бы хотели специальные тряпочки, чтобы я сделать? Я буду... Yes. Умолять Pi сделать со мной коллаборацию для тряпочек. Но я хотела вам также рассказать про Model 31. Mm-hmm. Это очки, которые вы уже видели на мне. Это оправа, которая у меня со линзами превенция. Пастельно-голубые. That's really sexy. Ты еще не видела розовые? Но это, кстати, мой любимый. Это один из моих самых любимых цветов, в принципе, голубой. Цвета петербургского неба. Эти тонкие оправы Model 31, это они также их самых популярных, и поэтому они их сделали в разных цветах, и вообще они хотят узнать у вас, какую бы вы хотели оправу. То есть моя любимая это... Мне нравятся все. Меня постоянно спрашивают насчет промокода. Промокод. Только сейчас промокод нового сада, как моя фамилия, на 15% скидку. Как офлайн, так и онлайн. На компьютере и вживую. Окей, поехали дальше. Следующий бренд, про который я хотела поговорить, это Her, который я называла долгое время Her for Her, потому что они так в Инстаграме. Это московский бренд льняных вещей. Я очень люблю поддерживать, узнавать про какие-то небольшие бренды местные. И вот Her — это... тот бренд, за который я могу поручиться, я знаю, что они качественно все делают, они только-только начинают, поэтому они так, они очень открыты к фидбэку, и это то, что нужно сейчас молодому бренду, узнавать у покупателей, где нужно добавить крючочек, например, как мне в этом платье было бы неплохо, давать крючочек, да, какой сделать вырез, в общем, все это очень здорово, мне нравится, что они прислушиваются, в частности, также к моим комментариям, вот, так что Her, welcome, он продается в Даже. Точно знаю, там, где я беру. Даже 100. Следующий фаворит – это Валентина Child. Песня Валентина. О, у меня же есть ее фотография здесь. Валентина! Это девочка, с которой я познакомилась в Лос-Анджелесе. Я сняла с ней видео. И она певица, и у нее вышел первый соло-трек на iTunes. Обязательно послушайте. Это, ну, ты слушала вчера. Это действительно, это очень круто. You look so stupid. Есть у меня такие, знаете, Эми Уайнхаус немного ассоциации, что, в принципе, наверное, логично и неотделимо от Валентины, потому что Эми Уайнхаус ее любимый исполнитель, но эту песню обязательно послушайте. И я хочу приехать в Лос-Анджелес, чтобы просто с ней встретиться и сходить на ее концерт. Шоколад Моджо. Ты не пробовала, да? В следующий раз, 101-й приедет. Я буду раньше. Ты будешь раньше в Москве, думаешь? Да. Моджо шоколад. Это шоколад по большей части без сахара. У них есть несколько вкусов белого шоколада, где тростниковый. Я его не ем. Там тростниковый сахар, ну, ты как будто бы ешь сахар. Но их шоколад кукис – это шоколад с гречишным чаем. Например, гречишный чай – это тоже отдельный фаворит. Ты как будто бы пьешь пироженку. А тут ты еще ешь вот этот шоколад, в котором нет сахара совершенно. Но есть из-за этого гречишного чая, ты ешь вот это... Попробуйте. Мои туфельки. Куип, магазин Куип в Петербурге, там, где я беру всю свою обувь, потому что на мой 42,5 нигде... Что, я тебе вчера сказала, что у меня 42,5? Я думала, что это, ты сказала, это самое проблемное, ты не говорила, что это твой размер. Ты чё? Тебя 30... Что?
О май гад, are you serious right now? Да. That's cool. Это очень сложно найти мой размер. That awkward moment when your boyfriend's shoes might be smaller than yours. Следующий happy end. Девятый пункт happy end. Not sponsored, hashtag sponsored, hashtag we feed each other every day and we love each other. You look sexy, by the way. Бар и кухня. Это место для бранча. Это место, где в пятницу, субботу и воскресенье можно танцевать. Четверг, пятницу, субботу. Четверг, пятницу, субботу можно танцевать. Да, в воскресенье никто не танцует. Наверное, лучшее время это пятница. Это прям ходовое время. Вот, и... Но у нас есть весь контроль, не плачьте, не пишите в DM, что вас не пустили, я не виновата. И я каким-то образом прохожу каждый раз по блату, потому что я сплю с их... Но самое бомбическое сплю с их менеджером. Нет, самое бомбическое в Happy End это наш Инстаграм. Как бы... Это мой инстаграм, я после вас, у меня два любимых инстаграма, вот, которые мне там говорят, да, посоветовать сразу. Я твой не включаю, потому что твой последний пост был 13 июня. I'm sorry. Happy End мой номер раз любимый. Вот, у меня даже скриншот здесь. Вот, Happy End Moscow и Юля Ким. Она вас не запрует, к сожалению, потому что она очень... Но у нее классный инстаграм, вот. Но вы его никогда не увидите. Но мне просто нравится... Я очень люблю бесфильтровые инстаграмы. А, кстати, у меня без фильтра в Инстаграме. У меня чередуется, то есть фильтр, то нет фильтра. Есть фильтр, нет фильтра, нет фильтра, нет фильтра, нет фильтра, нет фильтра. В общем, так, я люблю чередовать. Знаешь, я не люблю? Когда девушки делают, это очень часто среди блогеров вещь, когда... I'm not judging, но... Когда девушки, которые ведут, знаешь, у них прям такой зализанный, идентичный Инстаграм, и они делают драму из того, что они устали делать все зализанным и идентичным. Вот этот мерис притворяется, устала по вам идти. Да, а как бы тебя никто не заставляет это делать, просто бери и не выкладывайся. И когда, знаешь, когда вот не выкладывают фильтр, обязательно нужно сказать, типа, здесь нет фильтра, хэштег no filter. Минутка критики от Мари. Я держалась, я, мне кажется, год никого не критиковала. Я могу убрать, знаешь, есть таблички, типа, 361 дней без критики, я могу сказать, что 0 дней без критики. Стикеры, Кстати, а могу я сказать, да, что моим фаворитом были мои стикеры? Это как бы твои стикеры, покажи нормально, как высоко. Ссылка в профиле. Моя любимая, разумеется, я не могу сказать, какой любимый. Но любимый, как я поняла, у всех это Sarcasm Club. Do you speak sarcasm? Вот мой любимый. This is Silverberg. Вот этот лист я создала, вдохновляясь своей подругой, продюсер Vogue, Кариной Чистяковой. Карина, хай. Фаворит Ютуба – это Алекс Майерс. Он делает видео-эссе на сериалы, на фильмы, делает анимации. Всегда и со смыслом, и очень легкий. И он, по-моему, делает два видео в неделю, один-два видео в неделю. Я его нашла через видео «Riverdale is a mess». Вот он. Очень смешно. Сахарок. Я не снимала эти сережки с тех пор, как я их надела впервые. Потому что каждый раз, когда я думаю, мне нужно, я в каком-то более нарядном костюме, я думаю, они идеально подходят. Я более в casual костюме, они идеально подходят, и я их просто не снимаю. Это прям Сахарок. То есть Сахарок это магазин, и у них есть свой бренд Сахарок. И это как непосредственно от их бренда. Вот. Мне кажется, это супер классика. Тебе почта пришла. Промокод. Я ведь всегда стараюсь делать промокоды, когда могу. У меня есть промокод на 15% скидку в Сахарке. Промокод Новосад. В Сахарке. И я советую вам прийти, если вы в Москве. Хотя у них есть несколько магазинов, но если вы в Москве, обязательно приходите. Вот. Вот вам наставление. Сегодня у нас получается среда. Если у вас есть время после работы, после учебы, зайдите на Садово-Кудринский магазин, и там еще есть кафе SML. Там в самом кафе мне, в принципе, нравится, у них есть вкусные брауни, но у них продаются как раз кукис от Mojo. Вот вам такое наставление мое или на выходные. Придите, зайдите купить себе шоколадку, и шоколадки идите в Сахарок. Хотя, наверное, они не разрешают трогать шоколадными руками украшения. Не все едят шоколад, как мы с тобой. Попробуйте шоколад и выберите себе украшение. Порадуйте себя. На максимум приближенно. That's it. Это были мои фавориты. Промокод PIE.
действует до 26 числа. До 26 августа у вас есть возможность купить себе подарок или кому-то подарок. Я знаю, что мне мама напишет после этого видео и скажет, что она хочет себе книжечку. До 26 августа промокод NOVOSUBS. Пишите ваши фавориты внизу, что вы из еды пробовали, что из фильмов. Я фильмы особо не смотрела, я посмотрела, кстати, «Красного воробья». Oh, I loved it. Серьезно? Whatever you're gonna say after, yeah, I did. Я мечтала посмотреть его так долго. И я с таким удовольствием посмотрела, потому что вот просто Дженнифер Лоуренс. Я знала, я все интервью посмотрела до фильма еще, поэтому я все знала. И я знала все эти отзывы. Я знала, что как бы это весьма такой глупый сценарий, потому что он никак не соответствует вообще действительности. Но мне настолько было все равно, потому что была Дженнифер Лоуренс. Мне так на нее приятно смотреть. Вот просто эстетически получаю... Она такая красивая. Чего мне не хватило в этом фильме? Это больше сцен с драками, больше сцен с... что? Ну, когда, чтобы Дженнифер Лоуренс... Короче, я очень... Она ему кожу снимала на ноге! Кстати, мне очень понравилась эта сцена, когда она вообще ноль эмоций, когда она выходит, ну, ночью, да? I was like, wow. Сейчас не могу вспомнить ни одной сцены, где бы она дралась. Но именно, но все равно, мне понравилось. Говорите что угодно, у меня всегда, знаешь, unpopular opinion, что касается фильмов, и люди думают, что у меня отвратительный вкус из-за этого. Каждый получает, что хочет в кино. Atomic Blonde, ты смотрела? Вот это вот как раз для меня идеал фильма с женщиной-протагонистом, шпионом. Вот этого мне немножко не хватило, но Дженнифер Лоуренс, она просто все, она может что угодно сделать. Я смотрела все фильмы с Дженнифер Лоуренс, и она... Ну, все внимание на себя берет, просто собой. Она такая красивая женщина. Она просто вау. Да. Okay, thanks a lot, and see you again, and bye. Favorite of this month is coffee. No. Там просто один сахар. Вот так вот рестораторы питаются в Лондоне. Вместо Мишлин-шишлин они жрут кусок сахара.